То, что вы видите на мне китайская шапка. К сожалению, китайцы так часто и не говорят на английском языке. То есть я туда приехал, говорю, what about, and there is no about. Потому что где-то один сотый из китайцев говорит на английском языке. Мало того, я их спросил по-русски, что насчет по-русски. Так вот, по-русски там говорит одна тысячная китайцев. То есть, ну, там все очень сложно. Но Китаю, по сути, ничего-то и не нужно, да? У Китая все вообще шикарно, да? И все там очень хорошо. Теперь возникает вопрос. Кто может вас научить говорить по-китайски? Ну, вот мы приехали в школу Васина. Но пока мы сейчас определяемся с китайским языком, мы еще определимся со следующим. Школа Васина – это та школа, в которой учится мой сын. Я прекрасно понимаю, что если бы это не была школа Васиной, то мой сын пришел бы в обыкновенную школу, потому что ему сейчас, он с 4 лет начал заниматься, сейчас ему 5 лет, потом еще и 6 лет он будет тоже здесь заниматься. Он бы пришел и ничего бы не получилось. А сейчас он уже знает. То есть о чем я говорю? Если у вас есть хороший и грамотный сын, или ребенок, или дочка, или вообще кто-то, или если у вас человек не может даже сдать им, ну, допустим, ЕГЭшку по английскому языку, идеальный вариант все-таки его отправить сюда, потому что здесь знают английский язык и здесь его учат. Мы говорим о взрослых людях. Взрослыми я считаю тех, кто не будет ни при каких образах курить и пить в присутствии ребенка. Это, по сути, явная кака. По сути событий, вы должны родить за вашего киндера. Это ваше будущее. По сути, вы должны учить ребенка, не давая работу учителям. Тогда ребенок поймет и папу, и маму. По сути, вы должны обеспечивать ребенка игрушками, чтобы он развивался. По сути, школа та, что сейчас, и вам с ней надо бороться. Потому что личностью он станет не в школе, а после института. Еще лучше, пару лет поработав. А это из Союза, где воспитание ребенка было главным. И самое главное, научить вашего кренделя английскому языку, а может быть и несколькими, с детства, чтобы он стал круче, чем вы. Еще главнее, в возрасте от 15 лет свозить его туда, где люди говорят на другом языке. Круто? А как вы хотели? Такие рамки я для себя и поставил. Если бы я не владел английским языком, у меня были большие-большие проблемы. Ну да, конечно, сейчас такое время, что владение даже не одним языком, а двумя, уже как-то не то, что облегчает жизнь, а делает ее комфортной в плане и получения работы, и определения где-то по месту жительства. Если человек хочет работать и жить за рубежом. Это если он хочет жить за рубежом. Но они мне и в России знание английского языка дали возможность получить очень хорошие сведения. Безусловно, конечно. Тем более, что сейчас английский язык будет как обязательным предмет сдачи ЕГЭ. Я обращаю внимание, что у нас в городе не очень много школ, которые вам могут предоставить отличные знания по английскому языку. Да, конечно. Я так думаю, без всякого, как бы, хвастовства, мы одна из тех школ, в которой мы работаем уже с 99 года и наработали определенные программы, которые позволяют обучать иностранным языкам, в данном случае английскому, немецкому, французскому, уже и ускоренными методами, ну и так, как это удобно, скажем, в группах заниматься. Давайте я объясню. Мой сын также учится у вас. Я вижу, что он уже начинает понимать и осознавать песни на английском языке. Он это понимает. Это он всего лишь, ему было 5 лет, даже 4 года, когда он к вам поступил. Ну, мы можем принять много человек, конечно, которые хотят учиться. Дело все в том, что, конечно, мы развиваем разные уровни обучения. Почему? Потому что кто-то может заниматься пока только, что называется, basics получать. Кто-то уже может опережать своих ребят, и в течение учебного года мы можем человека переводить из одной группы в другую, в более ускоренную, где он быстрее получит знания. Это все зависит от индивидуальности каждого человека. Просто я хотел бы объяснить, как каждый человек, владеющий английским языком, как я, допустим, в Америке жил. То есть я, конечно, был не отличником, но четверочником в школе. Но, тем не менее, я понял, о чем идет речь.
То есть, если вы хотите вести грамотный образовательный процесс, ну, в смысле, обучаться там, то, в принципе, уровня школы этого достаточно. Ну, да, но все равно, если человек хочет... 33 школы, простите. Ну да, конечно, достаточно будет, да. Но если человек хочет, конечно, себя как-то определить в дальнейшем и в работе, и в учебе за границей, конечно, дополнительные знания ему только помогут. И поэтому вот 5 сентября мы начинаем наше обучение во всех наших отделениях города и предлагаем, конечно, разные программы, по которым ребенок может получать знания в течение того периода, который ему позволяет его способности. Да, все-таки объясним, где эти места? Ну, это вот школа 56, школа 55 и другие отделения. И кому необходимо уточнить, можете позвонить, обратиться вот по этим телефонам. Которые есть за вашей спиной. Да. Кроме того, мы единственная школа дополнительного образования, которая принимает международный экзамен, PTE General в городе. Поэтому к нам многие сейчас обращаются, чтобы сдать вот международный экзамен, который будет в декабре. К нам многие обращаются и сдают. Приезжают специалисты, принимают в полном объеме весь экзамен, ну а потом выдают сертификаты, которые действуют в течение 3 лет, с которыми можно выезжать за рубеж, жить, работать, учиться. Кроме того, есть так называемая программа CELT. Это московская такая компания, которая отслеживает, мониторит разные уровни знаний, и она к нам приезжает, и мы всегда определяем уровни на любом, в любом классе. Это первый, второй, с первого по 11 класс, на любом уровне мы можем определить, на каком уровне человек, ученик, владеет тем или иным языком, в частности, английским. Школа Васиной для себя и для Перца я пока круче не видел. Он развивается и пишет, ему всего год, а он понимает английскую речь. В этом году может понять и китайскую речь, потому что это локомотивы экономик. Мы живем, но понимая, что не зная английский, нормального жития не получается. Не хочется быть фраерами. Теперь Китай. И еще что-то с ним. 2 миллиарда человек говорят на китайском. Я, конечно, понимаю, типа ихние правила, но 90% тамошних человеков это то же, что и мы. Давайте думать вместе. Ничего сложного-то и нет. Работая и понимая английский и китайский, мы быстрее всех станем локомотивом мировой экономики. Так что учите языки, учите их, и школа Васиной для вас примером станет. И, конечно, вы все это смотрите. И, естественно, не каждый из вас может посмотреть телевизор. И почему я вам сейчас все это дело объясняю? Идеальный вариант. Все мои сюжеты где есть? Ну, где они есть? На YouTube и на Vimeo. Кстати, если вы сильно захотите, можете подписаться. Ненавижу это дело, но приходится. Вот, и тогда вы будете внимательно и часто изучать то, о чем я говорю. То есть я говорю о Магнитогорске и вообще о России в том числе. Так вот, про школу Васиной, там же в YouTube. Вы можете посмотреть в этом году. Она получила замечательные данные. И люди посмотрели и сказали, что да, это было круто. Это было круто, и они сделали замечательный ролик. Там же на YouTube вы его и можете посмотреть. И вопрос, где все это делается? Ну, в этой школе и в другой школе. В любом случае, вы можете позвонить вот по этим замечательным телефонам и, определившись и узнав, где вы будете обучаться английскому языку, заключить замечательный договор. И в итоге, каждый Новый год ваш ребенок скажет, что он стал гораздо круче, чем был ранее.